керамика. Вот. Спасибо. У вас тут есть бокалы? Да. Я кое-что приготовил к твоему дню рождения. Небольшой сюрприз. Бриллианты? Наше вино. Да. У Жанет день рождения. Хороший повод внести разнообразие. Так романтично. Мы выпьем вина и смастерим горшочек. Как называется то, что мы делаем? Керамика. Ясно. Вот ваш гончарный круг. Посмотрите, как я сижу и как держусь. Если чувствуете, что глина сухая, нужна вода. Постоянная смазка. Да, знакомое чувство. Ты как ребенок. Запускайте круг, обхватите глину руками. Но мне нравится, это главное. Жанет никак не может слепить глину как надо. Давай помогу. Давай. Ладно. Теперь положи свои руки на мои. Сейчас? Как романтично. В какой-то момент я взял работу на себя. И знаете, все стало гораздо проще. Так навалился. Погоди, нажми на педаль. Нажми быстро. Мы как два слона в зоопарке. Давай выпьем еще, и я расскажу про свой визит к пластическому хирургу. Визит к пластическому хирургу? Сначала выпей. Я покажу тебе снимки, буду держать их перед лицом, а ты скажешь, на снимке я как есть, или я, но другая, ладно? Постарайся угадать. Сейчас. Мы с Грегом вместе очень давно, и его поддержка очень важна. Я хочу, чтобы Грег меня поддержал. Если он будет категорически против операции, то я, наверное, отступлю, хотя я по-прежнему себе не нравлюсь. Ну как? Это снимок до или после? Как думаешь? Ладно, если честно, не вижу особой разницы. Кто это? Кто из них я? Это? Или это? Которая? Я не вижу большой разницы. Я не уловил разницы, как предполагалось. Возможно, не в первый раз. Это точно. Не понимаю, что ты хочешь исправить с помощью операции. Я не чувствую себя уверенной. Я вообще никогда себе не нравилась. Почему не нравилась? Просто Джаз спросила: «Мам, а ты себя чувствуешь красивой?» Я сказала: «Нет». Мне тяжело это переварить. Она никогда такого не говорила. Я думал, она считает себя красивой. Да ничего я не думал. Для меня она красивая. Я заметила, что я старею. Выгляжу хмурой. Джаз сказала, что я вечно хмурюсь. Смотри. Я такого не замечал. О чем ты говоришь? Смотри, это... Я не вижу. Да как не видишь? Ладно, я вижу разницу в снимках. Но сейчас не лучшее время. Сейчас столько всего. А вдруг ты после операции, а Джаз в колледже потребуется помощь? Поэтому ей лучше ехать в Бостон. Может, Грег практичнее многих в этих вопросах? Вряд ли. Просто он сам отлично выглядит и не понимает, каково это. Я остаюсь при своем мнении. Тебе это не нужно, потому что ты и так красивая. Спасибо. Но ты можешь сделать это для себя. Спасибо тебе. Стоит правильно выбрать время, если решишься. Ладно, давай пока отложим. Да. Я это сохраню. А потом достану и поплачу. Если честно, я не хочу ждать, но придется. В глубине души я ощущаю себя на свои 53. Я уже не юная невеста. У тебя красиво, но можно еще доработать. Да, как и мое лицо.